We'll be right back.
приехала домой, и на самом деле я сейчас котеечке моей сладенькой. Она меня тут ждет, да? Моя лапочка. Лапочка моя. Какой мой сладкий. Вот, на самом деле я поехала в торговый центр, потому что мне нужно было купить акриловый лак для моих картин. Я вторую уже практически закончила, чуть-чуть осталось, наверное, сегодня вечером уже закончу. И хотела покрыть все лаком сразу, потому что они у меня стоят, пылятся, чтобы не пылились. И ну иди сюда. Ну иди, мой зимой. Ты такой серьезный. И что ты такой серьезный? Ты такой серьезный. Так вот, как вы поняли, до лак я не купила, я вообще ничего не купила. Мне очень понравились вот эти сапожки. У меня даже есть курточка к этим сапожкам в магазине Кари. В Кари я вообще зашла просто так. Я не знаю, вот просто решила взять, зайти, думаю, посмотрю, может, там что интересного есть. Вот, а пуховик — это в магазине Бифри. Единственное, что я в этом году хотела себе купить хвостик, хотела себе купить куртку, ну такую практичную куртку на зиму, именно на такую погоду, когда мокрый снег, ветер, знаете, вот, ну такая вот, такая не очень хорошая погода, я хотела именно пуховик длинненький, какой-нибудь практичный, с капюшоном, хотела даже в Спортмастере посмотреть. Но мне так понравился вот этот пуховик в магазине Бифри, что я даже не знаю. Я не знаю, стоит его покупать или нет. Девочки, напишите. Обязательно напишите мне, как вам он понравился или нет. Но мне он прям безумно понравился. Единственное, что там пух-перо, а я знаю, что я верхнюю одежду, ну, подобную, планировала носить, знаете. Ну, поехать забрать детей, съездить в магазин за продуктами, да, ну, на такие, скажем так, моменты, соответственно, он будет у меня быстро пачкаться, потому что я нет-нет, да, оботрусь об машину, машина грязная, там еще что-то такое, и думала, что не пух и перо, а что-нибудь на синтепоне купить, потому что я буду часто стирать, вот за зимний сезон я постираю, наверное, раз 5 эту куртку. Соответственно, мне многие писали там с мечами стирать, выбивать. В общем, много советов мне давали по поводу того, как стирать пуховики, пухоперо. Ну что это, мой сладкий, ты, боже мой, сидит, смотрит, когда мама гладить начнет, буду его гладить и с вами разговаривать. А то он все время скучает без меня, да, скучает. Ну, в общем, насчет пуховика я даже не знаю, девочки. Напишите, как вам понравилось или нет, стоит брать или нет. И не знаю, я на Ламоде тоже смотрела пуховики, но там тоже в основном пух и перо. Ну, куртки, я имею в виду зимние, в основном это пух и перо. Пух и перо, конечно, прикольные, они действительно будут теплыми, действительно я не замерзну, потому что иногда бывает, жду ребенка, около школы стою, там у нас ветрено очень. И в такие моменты я, конечно, думаю о том, что мне бы хорошо бы такую прям теплую, как одеяло, такую, знаете, куртку. Вот именно такую я увидела Бифри. В общем, буду ждать ваших комментариев, стоит мне возвращаться или нет. И ботиночки мне вот эти с мехом понравились. Вот этот мех, кстати, сверху, он отстегивается. Я посмотрела, там его можно убрать, и будут просто ботиночки. Это тоже мне очень понравилось. Единственное, что это не натуральная кожа, вот, но натуральная кожа тоже, не знаю, я как-то спокойно отношусь к натуральной, не натуральная кожа. Мне кажется, сейчас не натуральную кожу делают такую, что она достаточно хорошая. Не знаю, у меня ноги не потеют, ничего такого не происходит. И предыдущую обувь, которую я купила в Каре, вот в черных ботинках, таких из лакированной кожи, ну типа кожи, я вот сколько времени хожу, они не поломались, ничего с ними не случилось. В общем, не знаю. В общем, буду ждать ваших комментариев, девочки. Ну, пуховик действительно классный, классный цвет. И вот прямо то, что я хотела, единственное, что он без капюшона. И пух перо. Ну, может, стоит взять. В общем, буду ждать ваших комментариев. Ну, ты мой сладкий. Ты мой сладкий, да. Я как прихожу сюда все время, ну, с утра обычно где-то нахожусь. Потом прихожу, он сразу ложится ко мне, такой бедняжечка. Типа он тут один, одинешенек лежал. Не с кем поспать было, да? Не с кем тебе было спать. Ты мой сладкий. Ну ты же у меня самый лучший такой кот в мире. Да, лапочки-то мои сладенькие.
бедняжечка такой. Сегодня я приготовила просто вот такие вкусные помпушки с чесноком. Я их уже много-много раз показывала на своем канале, как готовлю. Я делаю их большими, на самом деле они должны быть поменьше, но моим домашним нравится именно вот такой вариант. Ну, раз нравится, значит, я и делаю такие. Плюс они еще подымаются, поэтому у меня они как-то получаются все время разные. Обмазываю я их желтком. И сверху масло, это у меня петрушка, чеснок, немножечко соли. И, кстати, петрушка у меня все еще растет в огороде, с ней ничего не случилось, хотя была даже минусовая температура ночью, но как-то вот она сохранилась, наверное, заморозилась прямо на грядке сама по себе. Стоит зелененькая, не горчит, ничего, поэтому я ее потихонечку тут рву и использую в основном на эти булочки, потому что зелени в огороде больше ничего не осталось, ну и не должно быть уже, наверное. Села доделывать свою картину. У меня тут совсем-совсем пару штришочков осталось. Чуть-чуть, надеюсь, сегодня закончу. Да, вот. И буду третью уже делать. Завтра надо поехать за акриловым лаком. Так что сейчас буду доделать. А вообще, кстати, обратила внимание, что уже все вовсю украшают к Новому году в торговых центрах. И везде вешают гирлянды. Мне кажется, рановато. Но мне кажется, как-то очень рано. Я не знаю. Или в прошлом году было так же, но мне почему-то кажется, что как-то прям совсем очень рано. Ну да ладно. А еще, помните, я вам говорила, что у меня пропало желание готовить. И мое нежелание готовить, оно как-то вот подзатянулось, мне кажется, у меня уже. Вот, хотя булочки сегодня спекла, но потому что вы просили, как-то вообще не хочется готовить, вообще не хочется ничего делать. Ноябрь месяц такой. У нас выпадал тут снежочек, как вы видели в начале этого видео, но он потом очень быстро растаял, превратился в слякоть. Сейчас опять снега нет. Но обещают, вроде бы будет снежочек. Хочется снег, и тогда, мне кажется, будет уже новогоднее настроение и вообще настроение. А так пока что-то нет ничего. Вот, ну я на сегодня буду с вами прощаться, буду дальше рисовать свою картину, потом надо всех укладывать спать. Вот, так что на сегодня буду с вами прощаться, очень буду ждать ваших комментариев. Вот, может быть, в каком-то другом месте поискать пуховик или какую-то куртку такую, но мне безумно понравилось. С другой стороны, если понравилось, если будет носиться в удовольствие, то почему бы и нет, да? Я вот так вот, например, считаю. Вот, ну не знаю. В общем, жду ваших комментариев и ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!